Ой, братан, мы с тобой будем тыкаться до последнего. Мы друг друга никак не убьем. Лагает у кого-то после обнова? Нет, у меня нет. А чё я качать? Двойку, да, по-моему, качать? Лайк и подписка на ютубе, спасибо большое. Хорош вообще, хорош. Блин, это просто не видно ее, как будто голова бегает. А подеремся. У меня на самой лучшей рамке за первый тикет последний текст уплывал выше, чем надо. Ага. Почему такая задержка у меня перед атакой, я не понимаю. Всех убил уже. А я не знаю, когда меня выбили, юзать, нет? Ладно. Ну вы поняли. Кстати, у спел рамок тоже теперь там только 3 эффекта, кажись. Все плохо. Она плохо чистит. Ну, либо я плохо чищу. Я просто не чистится. Получил. Блин, ребята, у меня нет лага. Я забыл. А, да ладно, сразу заполнится, серьезно? Ну, я уже читал в группе, да, уже в группе у нас писали то, что лагает, типа, после обнова. У меня ничего не лагает. Блин, а что за дерьмо, блин? Типа, я не могу с ним справиться, что делать? Я понял. Ненавижу Тюру, отвечаю. Ему еще и вот это добавили, эту фигню, блин. Может и переустановка нужна? Просто их проблем, но они связывают это со смайтом. Слушай, ну может быть, у меня никогда со смайтом проблем не было вообще. Но были только глобальные всякие баги, лаги. Ну это единичный случай за сколько? С 2014 года, я не знаю. О, господи, мне уже на левел опережает, на левел целый. Enemy missing right. Ком зависать на этот смайт, но это такое себе, да.
Этот Нси не выбил ни мне. Ой, нет, кстати, не поиграл, нужно поиграть, забываю. Надеюсь, он без телепорта, да, он без телепорта. Я уверен в этом, это прям как резы банили тех, кто в стиме возвращали деньги, они такие, мы не делали ничего. Ну типа да. Уже собрал. Ну я уже собрал, ладно. Где-то их с руки, просто с руки. Короче, это будет очень скучно соло, кто-то мне посоветовал сыграть. Не спавлетал глагол, но это у Денис. Ну да, я тоже думаю, то, что со слабыми компами. Не зря же они убирают поддержку, типа висты там и все такое. Специально, наверное. Скажешь, ну его нахрен эти проблемы решать, вот эти непонятные. С мертвыми осями, которыми никто не пользуется уже толком. На офисных компах, блин, у нас десятки стоят. А, нет, подожди, у нас Linux поставили. Блин, случайно выстрелил, алё. Да, да. Хорошая идея. Отсели процент ручек, да? Я думаю, так это и работает. Гангера. Шалом, смайт. Как это? О, нифига, прикольно, да. Рекол вообще классный. Человек на канале Арт не знает, что смайт такое вообще возможно. Я надеюсь, что такое возможно, и здесь люди не только в смайт приходят смотреть. Даже семерки быстрее, тем более последняя дает под десятку. У меня семерка стоит. Блин, я неудачно прыгнул, я понял. А, да, я звание поставил, да. Только я не знаю, где оно отображаться должно. Be careful.
Бэкнуться он хотел, смотри. Я вообще мимо проходил, теперь думаю, стоит поиграть. Хорош. Не, она неплохая, ребят. Блин. Чисто этого, не пугайтесь комментатора, это испанский стоит просто. Возле Ника звания. Не вижу возле Ника звания. А, понял. Звание левее от Ника отображается. Левее от Ника. Куда смотреть-то нужно? В какую сторону? А, звание типа только в этом, да, получается? А, в новом, вот этой, в новой карте. Новой, старой карте. Я понял. Тогда еще нет смысла, я не знаю. Как-то, ну, я купил и чё, и все. Ой, братан, мы с тобой будем тыкаться до последнего. Мы друг друга никак не убьем. Ты меня покоцал, допустим. Матанза. Не, ну он мне нормально так-то дамажит. Как он попадает, я не понимаю. Не, ну он мне, смотри, сколько поснес. Да, все, все, успокойся, успокойся. Ой. Я так и умереть могу, как бы. Анбороко. Ой, Локи. Блять, еще и выстрел туда. В эти звания за ачивки буду давать потом. Да ничего я не буду давать. Сделали для приключения. Да, тюр, конечно, может бесконечно стоять под вышкой, это пипец. Да, дёска. Блин, хочу вот это собрать. Под зеркалом дерись, да? А, ну да, он же уменьшает урон, да? По мине. Ну, тирша жесткий вообще, прям капец. I am attack left lane. Eyes of ward. Get blinded. I'll attack middle lane. Cancel that. Can you feel it? Time to go.
Доигрался, дурик. Почему в доту не играешь, если тебе больше 3D вариант нравится? Да я играл очень долго в доту, ребят, но не хочу играть в доту больше. Бах, сливнул. Ну или вылетел. Размер сейчас слил. Не-не, дот, ты чё? Смотри, какой интернешнл идет, сколько людей смотрит. Привет, привет. Блин, я бачу здесь. Да какого черта, блин, дай мне попушить. Он же быстрее меня бегает, что ли, я не понимаю. Какой там призовой фонд? 25 миллионов? Я не знаю. Здорово, Боврик, здорово. Не, ребят, дота далеко не умерла, вы чё? Эта игра на века, типа... Не умрет она. Какой бы там комьюнити конченое детское не было... Оно никогда не умрет. Ну, умрет когда-нибудь, наверное, через пару десятков лет. Привет, Виталий, привет. Так что. Мне тоже, кстати, пистеленц нужен был. Дота, да, вот скорее так. Она умрет, когда третья дота появится. В этой жизни. Мандарон un enemigo al más allá. Смотри, смотри, он теперь злиться хочет. Нужно же быть таким дауном, злым. Надо местность.
Больше нет смысла создавать что-то. Да, да. Есть по... Ну, не только Fortnite, есть по БГ еще. Как бы, и все, этого достаточно. Этого просто реально достаточно. Так, два титана и так. Не-не-не, ты чё? Пока все хорошо. Вполне смогли зайти в свою доступность, но, конечно, не так, как оригинал. Overwatch тоже растет и пахнет, на самом деле. И все хорошо у него. Я, кстати, вчера играл в Overwatch, и охренеть, как хорошо на Ханзо сыграл. Все катки, которые я сыграл, мне что-то так зашло прям на нем покатать. На новой мышке я вообще во всех матчах почти забирал, ну, вот этот лучший момент матча. Во всех матчах делал там дабл-трипл киллы вообще на изичах. Блин, нужно будет постримить как-нибудь Overwatch. Блин, и Паладинс хочется постримить. Это, конечно, хорошо придумал, тут пушит меня. Оригинал тоже не зашел, там где-то я в дом могиле. Здорово, здорово. Что за розыгрыш? Гик тот в смайте. Лол, они не забрали и вдвоем умерли. Привет, давно не играл с Мэтка. Расскажешь, как обстановка, кратко, что там нового. Блин, да тут правки баланса не особо такие. Сверх какие-то... меняющие игру, так сказать. Нужно читать патч-ноуты, там минималку какую-то изменили. Единственное, что такого и серьезного, в ранкеде только в соло можно играть. Скоро уже DCA будет, ждем и надеемся не привет, она так, ну вообще по идее да. Мне можно было бы и щит дать как бы. Хорошая катка. Не знаю, мне кажется, смайт тоже могут быть популярнее, особенно в России, если бы они занялись этим серьезно. Ну, может быть, да. Теперь нету каток мастеров с сильверами и голдой. Да, подбор изменили, конечно. Таймер появился на подбор. Кроме ссылки еще новые ММ появились. Если он в бета-теста не играл, то добро пожаловать. Но если в бета-теста, то да, это вообще другой смайт будет.